Всего два таких дротика позволят направить вам в клыкастых бесов друг на друга. Работает во всех катакомбах. С этим факелом можно собрать лут прямо из-под носа волков и василисков. Они просто будут тупо на вас таращиться. Зачаруйте этой ветвью двух солдат командира Найла. Они способны снести командиру половину здоровья без вашей помощи. А огромный урон, отсутствие необходимости прицеливаться, копеечные требования и лютая экономия очков концентрации. Зачем куда-то бегать и махать мечами, если яд вполне способен сделать за вас всю работу? Возможность кастовать на лошади спиной к противнику, и эта саранча способна развернуться на 180 градусов, преследовать и стакать кровоток. Упустили скоробея, снять агру с противников, пополнить ОК и ОЗ. Просто выйдите в меню и зайдите в игру снова. Нагнуть босса без боя, сначала усыпив, а потом заморозив его. Ну разве это не весело? С этим факелом черный нож больше не сможет от вас спрятаться. Лайк, подписка и до новых встреч!